Аккуратно только. Бля, Библ куда побежал? Библ, вернись. Чего вы не убили его? Ну это ж не сова. Вот конь. Вот конника можно убить. Это традиция уже. Сейчас он леть ляжет. Не убили. Ну и печально. Да он вилки прижал, хрен убьешь. Ты не пытался. Кто, блядь? Кто меня убил еще? Вага, вага. Вага еще не вместе даже уже. Дичат, блядь. Сейчас доиграет. Хотя бы 10-минутную там мог бафнуть. Убил твою греть. Вставайте, не лежите. Зайти будет все. Для доступа сюда что нужно? Я кто здесь? РСХ. Спасибо. Кстати, а РС 25 хм или 10 тоже пойдет? Не, 25. Интересно, РС 10 куда-нибудь новый будет? Не, ну что, приколоться ради могли бы завести. Вот бы серый весь ржал. Лёх. Есть. Нашел ханта Т5. 269. Доступ есть в целках им, но он там ни разу не был. Куда у него Т5? Как ник? Аров Свич, 270-й левел. Камушки у него половина с полирольками. Ну, в этих шмотках, которые хорошие с полирольками, а которые хуёвые шмотки маленькие. Брать нет. Да, за СО последний. А там посмотрим. По первому РТ будет понятно. Так слишком много ходов. Ну ты же хочешь отдыхать? Так, да. Карин. Были такие ханты, как Нью-Йорк. Знаешь, я тут подумал. Короче, если взять на Лара Увьер 10 хантов, можно легко проходить босс. Синдо тоже, если взять 10 хантов, то можно легко походить босса, но можно... Смотри, на них стаки на понижение от хила не вешаются, то есть их даже диспелить не надо, придется диспелить только хилом. Вот, и ДПР, только зоны РДД, у них весьма прилично. То есть они считаются как РДД зоны, в принципе. Нахер нам магия, там, совы и эти все... Локи и тому подобное, если можно взять и подходить к ханту. Ханты классные. Где-то грустит один Фарадо. Блять, вот не было РТ, никто не писал. РТ началось аж 4 человека. Захуячь. Мне тут в личку пишут, что там... Абсурд, давай. Что там за дело так быстро говорит? Артемия, познакомься. Ты не все мои хрена не танчу. Давно меня девы называли.
Я полез, просто пал нафиг. Дева. На рулетах тебя напуливаю, я в тебя верю. Нет, забудь, не вон на пенис напуливаю. Тогда в него не надо напуливать. Ах ты. Че, плохой огород типа или что? Блин, по сравнению с твоим, да. Да это просто у меня стаки с пула сами. Да я знаю, я почитал про это. Я еще когда матерился про Frost DK, подумал, нифига себе вас апнули. И так было неплохо. А просто паладином сейчас вообще даже ничего нажимать не надо, там сразу 200 кг. Да, просто получается. Нажимаешь одну кнопку и у тебя вылетает тычка. На сколько тысяч? На 20. На 20 тысяч. Неплохо. Ну, она-то на 20 вылетает, но агро там 250 тысяч. Минималка. Без крыльев, без нахуя. То есть в этом плане как бы заебись вообще. Ну где-то у тебя сколько это? Только вы, блять. А у меня никакой. Нет, тычки, чтоб так било. Вауе, тем более. Рулеты держите, там умрет. Да. Это все адмирал не диспелит. Вы видели, сколько мне, блядь, людей наебашило. Я сижу, пытаюсь все это закрыть. Мозер, ты главное, не срывай, и все будет отлично. Где-то не срываю. Когда я с тебя хоть раз босс с того? Да, там урон почти. Босса нет, а трэш постоянно вы все срываете. Трэш. Тут же трэш убрали, точно. Наверху, да. Вообще это отличная было... новость. И на низу убрали? Нет. Да, его, да. Я по карте. Да. По карте вижу, стоит один. Наверху нету. Один это. Вообще бы весь трэш убрали, чтобы воронки только из магазина поп. Так а вот оттуда воронки подали, ну а вот. Так же сделали это с третьей веткой, блять, что типа эти херни можно только в магазине покупать. Только в столице, в которой ты можешь спекнуться, только эти можно покупать за голду. А так, чтобы можно было спекнуться в инсте или где-то еще только за это. За бонусы. Поэтому этот спек самое лучше делать по ОПшным. Да господи, они могли намного более жадными. Сделать. А например, третий спик только. Чё? Сколько у тебя брони? Так, где-то 75% и будет в минус. Сейчас под 7 40 тысяч 72%. Третий спик за 30-ю я лоял. Не совсем. Четвертый спик за 40-ую. Что-то там на форуме пишут, типа усилки в силу перебивали, чтобы было хоть лучше. А сейчас перебью силки в силу. Да это хуйня. Я про нарублета говорю. Сейчас ты. От этого может зависеть именно щит. Ух. Он нарублеты в блаве? Хело, прости. Сменил пушку на двуручку потестить. А мне кажется, у них было 11 миллионов хп, а сейчас один. Я кажется. 11 миллионов? Да, я даже видеозапись могу открыть и посмотреть. Мне кажется, что не было. Было первоначально сколько? 140 с хером, да? Не-не-не, я про вот этих птенцов. Бывает, уже скорость. Было 140 с хером изначально. Ты не ошибаюсь. Было 139,8. А сейчас там сколько? 116,2. Ну, такое. 23,5 ляма резанули. Ну, сколько это в процентах кто-то посчитать может? 17. 7% и 10% резали. 17. 17%? Ну-ка. Врезали 10 и 11%. Два раза был срез. И урон, и хп? Все полностью, да, все полностью. Так. Ну теперь будет всего-то по 50 тысяч прилетать максимум. Я убрел здесь.
Сейчас присоманите меня, я воду куплю. Да. Вчера по клатбону ледяное дыхание 56 прилетело же. Ребят, подскажите, а у кого доступа нету, просто в рейде сидеть или чё? Да, смысла нет, то что в рейде сидеть, по идее. Вам все равно ЕПС снимут. Нету смысла сидеть в рейде, потому что у тебя доступа нету, появится ЕП доступ. А, ЕП, то есть не дают, да, за это? Ну, конечно, у тебя же доступа нету, ты вин зайти. А, ну все, тогда я на твина пойду, не буду тут сидеть. Смотрите, если что, возможно, может, сегодня еще Джайна убьем. Нужно. До 9. РС-ку. РС-ку я оставлю как бонус. Потому что она надо всем. Я оставлю как бонус. Или завтра, или послезавтра сходим. Лех, я уточнил, у меня завтра будет ремонт на 20 часов. До 4 утра, точнее. Хорошо, на Эликс этот. Кирс, пока что в хила. Сейчас протестим одну херню, какой урон и тому подобное, дальше смотрим. Так. Пока что всех суммоним, пойду 2 минуты курну и начнем-то. Чё, даже не курил. И вагоны чисти за сбор. Я тоже отойду на пару минут. Тебе нельзя. Я не буду говорить ничего. Слишком пошло, я подумала. Ты рассказывай, рассказывай, нам всем интересно. Босса будем немножко по-другому. Кстати. Босса будем держать посередине. Просто посередине, никуда не двигаться. Так, Лёх, погоди. Я запись на компьютер включу. Ну, смотри, чтобы... есть два нюанса. Мы его можем подвинуть этого босса только в тот момент, когда этот... Когда будет last фаза. Ну, то есть к last фазе, туда на край. Так мы его двигать не будем. Объясню почему. Позиционка танков, в принципе, не зависит от того, где появляются лужи. Поэтому, ну, типа, от позиционки ДД зависит, где появляются лужи. Поэтому ДД будут сами делать так, чтобы лужи появлялись какие-то ближе, какие-то дальше. И можно... А можно изначально тактику для дебилов? Угу, сейчас. Очень интересно. Просто на самом деле, проще поделиться на три группы. Одна поближе к боссу, вторая, ну, милики, допустим, будут отбегать там поближе к боссу, лужи разлаживают, да? Вторая подальше и третья совсем далеко. То есть это те рейнджи, которые с максимального рейнджа могут херачить босса. Вот. И получается три раза мобов будем сливать. Ну, то есть от босса. То есть, грубо говоря, сначала, допустим, от милишников мобы доходят до босса, там 1-2, да? Потом от второй группы, потом от третьей. И мобы будут идти, то есть их особо, ну, то есть их по поводу даже замедления, если подумать, то, допустим, на последних мобов можно дать замедление, на средних мобов можно дать замедление, а на тех мобов, которые будут близко к боссу, можно даже замедло не давать. И получается, мы будем РДД, вот эти три группы, они просто будут правее босса стоять, левее босса стоять. И потом появляются мобы,
Ну, то есть три зоны, грубо говоря, будет. Одна зона, вторая зона, третья зона. Появились мобы на этой зоне, на третьей, где они остановились. Появятся снова лужи, потом и они в обратном направлении также будут херачить. Так, ТП хороший по боссу и, блядь, этот, и лужи. Ну, в третьих. В три колонны херачить. То есть, чтобы по три, по два, по три моба подходило к боссу. А кто их всех будет замедлять? А нам не сложно это сделать, нам не надо всех замедлять. Нам не сложно это сделать банально, потому что, допустим, там Энг шаман может кинуть земляной шок, этот, как он называется, ледяной шок на замедление одного моба. Одного могут Локи забанит, одного еще кто-то. Ну, то есть, грубо говоря, в принципе, в общем, каждый, даже если по одному мобу забанит, то уже, блин, практически все мобы забанят. Ну, замедлен. Те же милики в мили-зоне видят, что дохуя мобов подходит. По одному дали станы и все, и он постоит на 5 секунд, 2 года станы и все нормально. Я не знаю, там Гена корни может запилить, в принципе. Я-то могу, но опять же, мне нужен краткий курс. Сейчас я подойду к компу, объясню, в принципе, как... Вы что, вы хотите половину кормить, половину сливать? Нет, мобы все кормятся. Все кормятся? Да, а вторая фаза? На второй фазе то же самое. Тоже все кормятся? Да, только... Сколько их выходит? Постепенно, да? Надо их кормить так, чтобы по одному, по два моба... Ну понятно, ты сразу можешь несколько кормить, слетают стак, стак слетает, ты кормишь снова. Мы как бы с Нуглетом еще это хотели предложить в самом начале. Но там ну, стаки на босса накидывали. Нет, может ну, первого стака вернуть. Ну просто сразу... сейчас, насколько знаю, его чуть послабже просто делали. Его чуть-чуть, их чуть меньше будет, потому что теперь косты будут намного дольше идти. Вопрос, насколько дольше и хватит ли нам. 45 секунд до первого коста. 45 секунд плюс 5 секунд каст. Насколько я понимаю. Ложи чё, куда? К стенке выносит. 3 минуты практически только будут первые мобы. Или мы шеренгой также просто вперед идем? Нет. По-другому нет. Немножко будем нет. Делать. Как вы слушали, ё-моё, я только подошел, сразу все понял. А по декурсу чё? Или вы поменяли? Кладбон, декурс вместе с матиолой. Так, дальше. Так, я релогнусь. Так, сейчас метки расставлю, покажу примерно. Сейчас задумка. Так. Босс будет стоять, грубо говоря, вот здесь. Звездочка. Дальше, что мы делаем? Первая метка. Милики, отбегаете. Когда будет каст идти. В одно место, что ли? В печеньку. Чтобы ну, то там... есть, все метки в одну. Типа... Нет, нет, смотри, дальше. Следующая метка. Вот здесь, допустим, рейнджевики стоите. Да, намного ближе будет. Я не знаю, какой у вас рейндж точно. Ну, ты примерно расставь. Короче, одна метка вот здесь, милики, допустим, на малом круге, да? Вторая метка вот здесь, допустим. Вокруг Алара плясать? И, допустим, следующая метка, так как на танков не бросается нихуя, да? То есть следующая метка синяя вот здесь. То есть, грубо говоря, хилы стоят в этой метке, РДД стоят подальше, в печеньке хилы стоят, милики в ромбике, да? Дальше, когда идет каст, так как эти типа, лужи появляются, да? То есть милики смещаются следующую метку вот сюда. Ну и против часовой стрелки мы будем бегать. Да. То есть смотри, дальше этот хилы смещаются вот сюда. Ну и понятно, ну. Дальше в желтую метку там РДД смещаются. Ну и по кругу, вот, да. Первые лужи появились здесь.
Дальше вторые лужи появились здесь. В этот, а привязку? Потом появляются мобы, вы уже стоите вот здесь на позиционке. Босс они... стоит в середине, ближе к краю, ну сюда. Вот, появляются мобы. То есть несложно там милики, так как вы стоите этот. То есть там первые мобы пойдут сразу взорвутся. В этих, которые подальше мобы там замедлили, и дальше снова типа слили мобов, снова появились лужи уже в обратном парад. Ну порядке. Понятно, да. И еще один вопрос. Они привязку сделали, получается, какая? Вот именно к этим перьям. Они летят как осквернение или как ловушка на лече? Они как ловушка летят. То есть да. Там, где человек стоял? Да. Да. Все просто, по-моему, те опыты, которые в первые дни были, было по-другому. Я... Тайминги. Так что сейчас глянем. А если все перья полетят в миликов? Они не могут все полететь в миликов. Да даже если они в миликов полетят, у тебя наконец, типа, босс... Мы можем немножко сдвинуть там правее. Тайфун, да? Откидывают? Я не знаю. По сути дела должен. Ну, блядь, ты уверен или у тебя теория? Ну, блин, козы. В принципе, теория, не если они тянутся. Если они тянутся, значит должен работать, но не знаю. Я не помню, чтобы хоть одна сова это делала. Так, ну, сейчас, короче, это... Хилы... Лёха, я знаю, что надо делать. Нужно два хули-приста ставить, два колодца, и в них будут сбегаться РДДС, будут милики. Минус урон, плюс отхил от колодца. Ну, вон там он несколько, три, что ли, хули-приста ходили уже. Подожди, насколько меньше урон надо глянуть для начала? 2% снижает колодец в 10 метрах вокруг себя. 2% это не дохуя. Загреть их на себя никак нельзя, не да? Нет, дохуя, но этих, он хилит, когда у цели меньше 50%, он автоматически отхиливает ее. Давай посмотрим сначала урон босса по танкам, блять, по всей этой херне сейчас проверим. О, 116 лямов. Короче, сейчас что делаем? Становимся по меткам, как в принципе оно и есть. Типа РДД подальше, хилы посередине, милики поближе. Сопрот будем пить? Блять, честно тебе сказать... Или да, пока посмотрим урон, просто без сопрота. Давай без сопротов сначала глянем, типа танки пускай выпьют, а все остальные можете быть без сопротов. То есть можете обычные фласки выпить. Это к нему просто после нарфа тоже не ходили, да? Не были тут. Сейчас глянем. Ну, надеюсь, ДБМ заработает. РДД у нас, конечно, очень много, прям. Становитесь на позиционку. На самом деле, эти милики, типа, должны... А с 4 человека? Нет. Да, разворачивать. Становитесь на позиционку сразу. Встань примерно сюда. Ну вот сюда вот его поставишь, короче. А, так. Да, потом смотри, они перебегут, мы можем его немножко правее и так далее. То есть мы можем тоже так же, как с ними, по меткам водить. Допустим, первая метка здесь, вторая метка, допустим, вот здесь, и дальше третья метка. Мы можем тоже Не разбегайтесь, самое главное, чтобы вас доставали. Чтобы спина лишний раз к нему не поворачиваться. Ну, хорошо. Давай, даю очередь. Да, нет. ДБМ выключу. Ой, даю проверку сначала, глянем. Сейчас фулл ДПС босса там. Бурсты, посмотрим, сколько до первого каста перьев мы сначим боссу. Ну, с учетом того, что минус. Лёх, запись запустил, надеюсь, ДБМ заработает. Всё, поехали. По готовности пуляй. А Гера будет? Да, Геру тоже, кстати, спилу. Всё, поехали. Миликов не кинул, не одной? Нет.
Маны гони, ДБМ, блядь. О, сколько мы танков идем? Два. Два вроде. 20 секунд еще. Массакру дал. Замедлите. И сверх новый. 500%. Да стойте, там еще одну протикало. Все, заебись. Протикало можно взрывать. 3 секунды. Диспельте с хило. Диспельте, как же хим. Сама бы стоит. Диспельте с хило. Не забаним. Мобов отпит. Я так понял, сам себе снять это не могу, да? Нет. Девка, диспелишь с меня тогда? Один человек всегда будет. Тот, кто диспелит, сам становится жертвой проклятия. Поэтому диспелит код. Это следующие мобы появились, да? Да. Две минуты. Что-то не похоже. Но мне было 5 стаков. Я выжил из сопрота. То есть это 5 мобов скребили разом, получается. Ну, протов нет. Да, давайте сопроты. Легче будет. Хилам 2 раза. И урона столько не будет по рейду. Потому что еще тикает аура. Плюс еще лужить. Мобов не первых 5 ушло. Леша, может мне проще туда в салон спекнуться? А чё, 4 хила в 5 вроде? Адмирал, Атиола, Тейкерс, Телбра. Так, ожог. Мага, ты уверен, что Мелизона не летела? На первом кресте не полетело ни одного. Вот на Тиолу я вообще хила не видел. Она не ни в рекаунте, ни в скаде. Она сдохла. Ага. Лага, стой сейчас так же. А с мыслями ты пишешь, первый каст идет раньше, второй каст идет в миле. Второй каст РДД не был. Ну так вот, то есть видишь, он типа говорит то, что первый каст идет перья на рейндж зону, да, второй каст идет на миле зону. А, ну на втором касте были РДД, видео там стояли, думаю, тоже в РДД полетит, но полетел все. То есть, может, всем сначала как бы, да, стоят в миле зоне, потом. РДД зоне. Не, хуй его знает. Не. Все равно они полетят, как ни крути. Просто, может, повезло так. Но сейчас еще раз заценим. Можно рассредоточиться на РНЖ, эту больно все 6 перьев в одну точку? Не, да, можете. Не обязательно в точке. Это примерная зона. То есть вы можете рассредоточиться. Это примерно. Потому что эта теория как бы имеет смысл, да? Потому что сначала первый каст в РДД зону, потом в Лизону. Там мало урона летит по сравнению с тем, что было раньше. Причем в разы. Даю проверку. Секундочку. Каски нет.
ты сдам. Раздавака готов? Все, все готовы. Сон. По готовности, блядь. Зеро тоже с пула дает. Не, ну вот в миле полетел. Шуромы. Раз. Там еще стаки не скинулись. Ладно. Тут как на профи надо стоять. Блять, на красе. Блять, где замедление хоть одно по мобам? Кто же должен замедлять? Все. У кого есть замедление, лучше хоть бы разлили там. Так они по ней пробегают, им похуй. Типа шаман может. Не кидала. Просто ее не видно на этой текстуре стеклянной. Может, РДД с хилами будут стоять кучно, и перья они видно визуально, когда они летят. Для того, как они упали, уже начать перебегать. Я их вижу, просто отбегаю. У людей проблема с этим. На край лужи опять встали, как на профи мы делаем в гере. И опять кинули, опять сдвинулись, опять подошли к краю. Я бегу правее, а там уже лужа, потому что какой-то лог и бревно стоят чуть-чуть впереди. Да, я просто знаю, люди стоят, и мы бегим в лужи потом. Элбрю, в прошлый раз так пробовали, у людей не получается. А заранее зачем стоять? Я бегу, там уже лужа. Зачем? Ну что делать? Значит, надо траить это лича налево-направо, метку его носить будет. Это же как с метеоритом в РС-ке. Если стоять ближе к боссу, туда и упадет метеорит. А те, кто бегут сзади, они попадут под метеорит. Ну, блин, соображайте. Короче, это... Сделаем немножко проще. Будет у нас, как говорится, группа 5 человек, которая будет бегать сама по себе. Тут прибежат 2 секунды. Игра. Короче, этот. Ваша позиционка. Кирс. Ты... Вот здесь, где я звездочку я поставил, видишь? Не достаю, слишком далеко. Меня слышно? Да. Да. Где Кир? Кир с Гором Теслахи. Падение пламени. Алина, короче, ты тут стоишь, звездочку, видишь? Угу. Босс не кливает, нихуя не делает. Так, только я достаю почти никого, только 3 цели. Смотри, сейчас тебя сюда подгоним. Эту. Библ тоже здесь стоишь. Дальше. Простя здесь стоит. И
Атиола тоже здесь стоит. Вы бегите ровно за босса. То есть Мирики ложит лужи здесь, допустим, да, по этой вот траектории. Вы с этой адмирал, блядь, вставай там и лес. Да, я. Просто вот так получается. Дневник комнаты за боссом. Даже если на вас лужи будут, похуй. Можете там, ну, за боссом бежать просто. Вперед прошли и все. Чтобы вас никто не утеснял, ничего. Вы стоите четвером. Четвером. Вам там будет время. И там разгрузим немножко мест. То есть вы будете отдельно бегать от всех. У вас там, в принципе, два хила и плюс... Вы больше будете прохиливать танков, потому что на вас там меньше вероятности, что будет ложиться лужа. Даже если будет ложиться, то у вас там 4 человека. Я думаю, несложно четвером под конец каста перебежать. Так, даю бафы. Все остальные бегаете. И вам тут будет тоже полегче, РГД зоне и хилам. Подальше, хилы поближе. Милики, что касаемо вас, вы не выбегаете. Ну, типа, назад не отбегаете, блядь, РГД зону. Стойте под боссом, даже если идет каст. Вот, босс, допустим, стоит под деромбик, да? Каст идет. Под самый конец места вы просто перебегаете и становитесь правее. Все. Вам не надо, блядь. То есть вы даже во фрейме босса перебегаете, как босс вот идет, сразу вот каст шел, вы сразу во фрейме босса передвигаетесь на следующую точку. Вам не надо просто бежать. Назад, потому что если вы отбегаете назад, то есть лужи ложатся на хилов, на РДД зону. У них и так свои лужи, блядь. Они даже не знают, куда бежать. Впереди, блядь, это. Вы лужи, и плюс здесь еще правее лужи от вас же. Даю проверку. Адмирал, стоишь где-то... А я не лопаю, пока погоди. Где Кирс? Писал, что ли? Хватит афкашить. Ты, блядь, зовёшь тебя. Бесполезно. Адмирал, что с тобой? Сейчас я дам. Адмирал готов? Да, я готов. Все, все готовы? Готовность. Денис, на скольких стаках ты просишь меня забирать? Я не знаю, я еще не увидел, сколько там. У меня 11 стаков было. Ну, у меня было 6. И на тот момент еще 20 секунд осталось. Короче, давай... Поле, либо у меня... Сколько у тебя еще секунд оставлялось? 20 секунд. Давай по 10 стаков держать, короче, тогда. Окей. Скажешь, когда 10, я у тебя заберу. Все, поехали. Каску ты дай. Все? Да, все, все, готово, поехали. По всем каску. В смысле, я давал друидам. Друидам каску. Каст прошел, смотрите, перебегаем. Переводи босс. Не стою за там. Ну уже. Кто там разбил мне вперед? Лора, скажи мне вперед. БР, Гена, дай-ка. Кто разбил мне вперед лужу? Лорус? Наперед чего? Я отдельно вообще стою. Вперед все группа. Группа стоит вообще в другой стороне от меня. Они в эту сторону должны смещаться. БР-ку на где-то дали, нет? У меня забагался. Я не могу ничего нажать даже. Как будто бы в диване. Народ. Я своего замедляю. Нахера ты отдельно стоишь? Подальше стал, чтобы опять кого-нибудь не зажать. Понимаешь, лужа на тебе появляется, и им, блять, потом нету куда бежать.
Я далеко встал, нас, там просто у нас место остается либо бежать к боссу, либо бежать назад к стенке, оббегать лужу. Пока будем оббегать, уроним танков. Понимаешь, ты вот лужу вот здесь вот разливаешь, где мы сейчас все дружненько лежим, да? И им, блядь, приходится эту лужу оббегать. О, дисконнект. Только у тебя. Им приходится эту лужу оббегать. При этом, что они из-за того, что отбегают, хилы не хилят, блядь, дамагеры не дамажат. А ты бегаешь, какой у тебя дисконнект? Туда-сюда, чё-то. Бегаю. Посмотри, может, у тебя монитор выключился. А чё ты, Лёх, кстати? Серьёзно? Классная штука. И вижу, что все бегают на ней. Монитор ты выключил. Вага, сейчас, по-моему, только на первом косе только три лужи было. Одна где-то одна в РДД, и, по-моему, только две около миликал было, и все. Нет, там в мили-зоне больше. Или там просто они так все друг на друга наложились. То, что как будто бы одна там лежала. Или две. Просто мне не дают слова. Не дают покоя слова Дезерона, то, что как бы этих быть не должно. Урон уже сказал, сливайте мобов от босса. А как в Легионе? Да, вот мне интересно, кто-нибудь по мобам вообще контроль дает? Что они так все сразу... Я делают? Даю, когда живой. На его контроль. Когда живой. Ну, я сейчас только один раз умер, потому что Бэрил и там из спира не выбежал, не успел. Баффер. Нужен маг во фросте, который чтоб держал. Я могу сбегать за ядом на замедление и веер крутить. Ломас. Контроль. Это доконтроль, это дохуя, главное последних мобов лавируют. Они же еще появляются, они какое-то время на месте стоят, то есть там АДК. Кинуть контроль как бы особо проблем. То же самое, что у магов. А трапы хантовские работают? Они работают. Они должны пройти по ней. Не работают. Полина, что с тобой? На этом вроде лагало. Полина здесь? Долорес по 5, на первом пуле 5 стаков было, без сопрота. Чтобы взрывать по 5, нужно, чтобы первые 5 упали в одну точку и вторые 5 упали в другую точку, подальше от первой. Тогда они сами будут идти ровно. А то какого-то моба замедляют, каких-то не замедляют, в итоге они приходят с интервалом. Но они прям, да, они прям типа, по очереди приходят. Это что, взрывать сразу? Короче, все хуйня. Я подумал, блядь, если так не можем, значит делаем по-другому. Звездочка. Кирс, твоя позиция. Ченька. Матиола, твоя позиция. Ромбик. Алимина позиция. Трусы.
Элбрил, твоя позиция. Вот здесь. Луна. Адмирал, твоя позиция вот здесь. Квадрат. Понял. Ты хочешь, чтобы хилы выбегали на косте и к ним никто не забегал, ложи не заносил, да? Нет. Все остальные. Бегайте где угодно, как хотите, но слушай, убегайте. Нигде не заходит. Ребутни роутер. Я робот только что же делал. Этот, все остальные бегают где угодно, как хотите. Милики так. На косте, отбегаете от босса. Пока Полина выходит, заходит там, я релоудж. Давай быстрее. То есть он будет стоять, босс, да? Да. Тоже релогнусь пока. Милики просто как можно дальше? Да. Без разницы, в любую сторону. Ну да, так проще. В любую сторону просто увидели, что пошел камень. Съебались подальше, лужи появились, вернулись под босса. Единственное, что вот эти метки, блядь, РДД зона, кто стоит, и даже возле них. Ну, точнее, вы можете стоять, ну, подальше. Чтобы хилов напрягать... не завели. Да, это первый нюанс. Если даже на хилов кинется, хилы сами сориентируйтесь. Левее, правее, назад, вперед, блядь. И тому подобное. Мобы будут появляться со всех сторон рандомно. Со всех сторон рандомно. Все РДД зоны, все хилы это рандомно. Милики то же самое. Будете с мобов. Чем дальше мобы будут, чем дальше милики отойдут во время коста, тем лучше для рейда. Чем дальше стоят РДД во время луж, так когда на них лужи подход, тем лучше будет. То есть вы понимаете, вы стоите на максимальном рейнже, левее, правее от лужи увернулись и все. Главное выбегайте. И стойте в этом полукруге, где стоят, чтобы можно было, ну, чтобы вас можно было пройти. Маните монорота. Что, все готовы? Даю проверку. На мне нету бафов, у меня нету еды. Да без еды. Так, посмотрим. Полин, ты стоишь в трусах. Уже в трусах? Ну. Все, все здесь, все готовы. Готовность, бля. Как только идет каст, медики все от босса на мобиле. Раньше разверни в эту сторону. Где тут? Стоп. Каст пошел, все свалили отсюда. Слушай, левее, правее отбежали. Забираем. Черемус. Батвон, что с тобой? Чё ты сдох? Ужас. Иссушающий жар, разобность. Потом пылающий природ. Чё спасило? БР там. Замедление. Вот смотри, блять, сейчас была ситуация. В меня полетело перо, я убежал, но лужи не видно стало.
Вот, я потом решил сдвинуться чуть левее обратно встать, думал, мне показалось. Встал, меня начал дамажить, а АУЕ зоны не видно от лужи вообще в том месте, где вот ты ставил это. А, вот что там у меня метка, луна была. Ой, ладно, сделаем немножко сюда, по походу. Все все видят. Я не понял, она как кидается, она на момент конца каста окажется там, где игрок стоял, да? И она летит еще туда какое-то время. Как ловушка на вещи. Ну, то есть она летит еще. Почему-то под боссом оказалась лучше, не знаю почему. Короче, тогда делаем. Всем все видно было. Сиола стоит в луже, хилит. Блин, хоть бы я под зеленей как-то сделали. Звездочка. На, нет. Ран. Дальше. Полина, Кирс, звездочка, Полина, звездочка, Кирс, квадрат, Элбрил, Печенька, Матиола, Ромбик. Леха, слышишь, а если попробовать босса подвести ближе чуть-чуть сюда и отбегать назад, вот помнишь, где мы сейвились, где огонь, вот, в то место чуть-чуть ближе, да не без в принципе, стрелы же будут кидаться, или... Не без разницы, куда вы будете, блядь, отбегать. На вас перо кинуло, лужа появилась, вы левее, правее взяли, все. Ничего сложного нет. Адмирал, хватит, блядь, лежать уже. Хватит АФК. Не, видишь, левее, правее мы разбежимся, потом лужи левее, правее нас останутся, и мы сами себя запираем. Тут нужно делать вот как на профи мы. К краю лужи становимся, и постоянно танк водит, и мы отходим от края лужи. И вот так двигаться. Вас нихуя не дамажит. Иначе проблема. Вас нихуя не дамажит, если вы в луже не находите. В чем сложность стать, блядь, левее, правее лужи, стоять дальше хилить? Не проблема, потом, когда лужу оббегать придется, мы просто пороняем вас и все. Зачем вам лужу оббегать? Вот, блядь, на вас появилась лужа, вы просто правее, блядь. Жаль, если ты уже встали, хилите. Снова появилась. Блядь, назад. Вообще, на отбегание, адмирал, есть резко... Назад мы перестаем доставать танков, если назад отходить. Адмирал, на перебегании есть Рестер Друид и есть ДЦ. Если они не тянут, то, ну, извините. Это, дальше, следующее. Почему хилы так распределены? Потому что даже если кто-то, блядь, один с хилов будет перебегать, второй будет стоять хилить. Следующий нюанс, милики. Вы отбегаете левее, правее босса. Не надо бежать, блядь, в РДД-зону, к хилам, блядь. Этого не надо делать. Бежите в лужи, блядь, чтобы были с другой стороны босса. Вас там не сильно эти лужи там... То есть вы вернетесь... Дальше это. По поводу РДД-зоны. Стойте возле этих меток, вы можете носить, блядь, и назад сюда лужи. И, блядь, левее, и правее. Место, место дохуище. Потом в этом полукруге появятся мобы. Мобы появятся именно возле вас. Вам ничего не составит труда просто скинуть контроль по какому-нибудь из мобов. Просто кинули контроль, все. На те, которые не успели, дойдут до босса под сейвами, блядь, выживем. Потом это. Те, которые, блядь, будут в контроле, чуть попозже сольются. Вроде ничего сложного нету. Главное просто, блядь, тлуш правее, левее взяли и все. Каждый сам за собой смотрите. Все, все тут, все готовы сейчас.
Шаг вперед потом можно просто чуть-чуть. Вы можете, блядь, правее, левее, назад, вперед, блядь, у вас столько места. Ощущение, что, блядь, надо конкретная метка и в ней стоять. По-другому никто никак не... Адмирал. Да. Мерз. Хватит слака. Я сижу, ДБМ ковыряю во втором окне пока. Я буду молча давать проверку, кто не подтверждать, будет начислять. Потому что ты, Кирс, в основном слакай. Да какой смысл вам от рыбы? Хотя от рыбы я посмотрю. Вдруг до первых перьев переведем. Все, все здесь, все готовы. Напоминаю, не забывайте про дисплей. Если на хилах висят, обязательно, в первую очередь, блядь, дисплей. Где танчить? Ну, то где стоишь. Окей. Что дальше? Ну, вот. Все, все здесь, все готовы. Да, блядь. Крепим. Прости, зачем ты тут вот стоял? Ну вот, ну зачем? Собирай на них. 9 стаков. Да, Леша, нет. Каст. Чё под боссом делаем? Контроль моба сейчас буду. Мобы появились. Вот. Сак куда он? Блядь. Их не контролят. Стан вы, блядь, можете отбежать? И корни, блядь, коты. Мой моб, которому я кинула ледяной шок, он просто на секунду замедлился, и дальше он как шел, так и шел так быстро. Вообще ничего не сработало на него. Леха, а когда выходят мобы, может быть, вы начнете водить Алара, а мы начнем бежать просто рядом с вами хилить, а ДДшники будут их потихоньку сливать? Нет? Ничего так не получится? Мобы. Чтобы босс не стоял и дольше они не могли дойти. Скажите, как будете ресать? Если я побегу, вы хуй меня прохилите. Поэтому их надо... Ну, я-то хилю в основном мгновенную, поэтому могу бежать я, может бежать Матиола рядом, и как бы и Адмирал. А Полина будет уже на рейде с Кирсом. Чуть-чуть сзади, поодаль. Мы ближе к тебе будем держаться, знать, что ты сейчас будешь убегать, и будем перемещаться следом. Ну, тупо они очень быстро доходят, что всех ваншотят просто, там, не отхилить это. Сверхновая эта штука, да, моб с боссом сталкивается, да? Да. Да. Так не надо же бежать нон-стопом, мы хильнули, остановились, перебежали дальше, как бы, и на ходках, и на прямом хиле можно будет пробовать. Мне кажется, пока живы ады, босса бить не стоит. Леша, это проклятие, я один должен диспелить? Ты монород Матиола. Просто я вот до Кирса не добегал, блин, и пока бы перебежал. Заходи, Кала. Так. Суманить, Кала. Ты там. Mm-hmm.
сверхновая бьет 30 тысяч, а по кому-то 14. Ну, по всем так же бьет. Просто следующая сверхновая бьет больше, чем предыдущая. А, вот и все. Стак, конечно. А стак сколько висит? Пару секунд. Что раз давайте. А сколько мобов было? 5 или больше? 8? 10. Норглед, как ты сейчас босса поставишь? Как хотите. Нет, куда он смотреть будет? Там, где он сейчас стоит, туда он смотреть и будет, по идее. Окей. Просто раз пока все стоят в разных местах, я свои буду догадки проверять. Это самое, все то же самое. Сейчас будет третий танк, короче, коват, пусть все тебя будет меньше так. Этот. Дальше. Сейчас я попробую по. Короче, в идеале нам надо взорвать 5, потом подождать, чтобы скинули стаки, потом еще 5, да? В идеале по 2, по 3. То есть это вот так же, да, получается, Нурглед? Вот так он смотрит, так и пытает. Все, все здесь, все готовы. Нам надо наискосок лучше. Все, все окей. Здесь. Готовность, блядь. На скольки забирать? Ну он скажет. 5-6. Или на 5-2. 3-3-3. Газ пошел. Отошли милики. Че, разлили лужи, вернулись обратно. Вперед пробежал. Подведи босса чуть туда. Так, тебя убьем. В другую сторону. Лужи появится, ты выйдешь. Раз пошел. Бежали. Мобы пойдут. Разы контролем мобы. А мобы забрал. Дай массаку. Еще одного типа. Ревность пошел. Раз пош. Сейчас лужи будут. Приставка этой хуйни. Греч, притяни ты моба, блять, под босса. Дайте БР, блядь. Каст. Ну, сложно выберите. Вы назад не бегите, блядь. Подбор. Сколько сейчас мобов появилось? Еще тест. Стоит. Да, но их появилось больше, чем в прошлый раз. Да, потому что старые были еще те, казалось. Нет. Так и на боссе попали. Нет, не пропали. Каст. Будешь так и не за каждого моба. Типа, если мне только мобов сразу сливается. А, нет. Чё-то... Ну это босс на бегание, по-моему. Это нужно холипала, который будет встречать постоянно танков. Очень ну, удобно. Два хрипала. Сейчас было проще, но урон получали, кроме танка, видишь, я бегаю за танком, как бы хили у кого достаю. Вот хантов сильно просекало, и они подняться по хп не могли. Я и говорю, встречающий. Нам бы надо сюда 6 хилов, наверное, чтобы такой урон отхиливать. Так нас сейчас четверо было, на теолы сдохнут. Не, я посчитался. 10 было на следующей фазе. А чё по берсе у него? Да, на 3 стакана хилить успела и умерла. 8 минут.
8 на первую, а вторая на 50 начинается, да? На нуле. На нуле. Точнее, на 5%. И сколько мы снесли? Процентов 23-22. Ну это 2 минуты. В принципе, хватает. Лара, если бы у него был доступ, взял бы. Речи, ты тоже с нурлетом притягиваешь. Сразу появились мобы, две притяжки, уже два моба. Уже да, тянуть. Первые, они сами подходят. Их не стоит замедлять. Уже после этого, когда спадает дебаф, тогда и тянуть, как по мне. Как правило, несколько мобов появляются возле босса, их и не пытаются законтролить. Но там как? Там времени же хватает. 10 мобов хлопнуть до появления следующих 10 или нет? Подминал. Реса нет. Реса. Все сами бегут. Не сейчас. Дайте баф. Давай обнужим. Так, короче, это. Все то же самое, сейчас это. Мобов как поактивнее кайте. И, блядь, научитесь как-нибудь бегать. Научитесь просто бегать так, чтобы, блядь. Вот вы появились в ложе. Ну, блядь, бегите по меньшему радиусу, чтобы выбежать из ложи. И не так, что, блядь, через все ложи надо, блядь, бежать в другую сторону. Контроль, в принципе, был сейчас на... Сильно не разбегайтесь, когда начинаем бегать, чтобы не... Контроля нас... было слишком много. Даже бы я сказал, дохуя. Зато вот, например, диспел до меня не достали, видимо. Я и говорю, сильно не разбегайтесь. Видите две метки? Вот в этой стороне старайтесь. Я не могу понять, какого хуя лужи появляются перед хилами вот на этом. Вот здесь, где я бегаю. Кто здесь с РДД стоит? Стойте, блядь, правее, левее метод. Правее квадрата, левее звезды РДД зоны. Чтобы хилы стояли вот здесь на позиционке, и только если на их лужа появится, чтобы они выбегали. РДД, не стойте, блядь, в этих метках и возле них. Стойте левее, правее. Вы хилов зажимаете. Очень сильно. Генерал готов. Да я готов. Меня можно даже не спрашивать. Ехали. Аст пошел, отошли. Луж. Сова. Ладно. Далеко. Подойди поближе. Подошли. Я просто не достаю, допустим. Хаст. Смотрите аккуратно, что у вас лужа. Что у вас отходит еще дальше? Я стаки скину. Вечка, тяни еще одну. Вихри, кстати, тоже помогают. Все, я стою на... Это входит, я массаку стою.
Там два стака. Топорнить их надо еще. Каст идет. Боже. Все, пускай идут. Босс, типа. Подбончик. Там два стака. Пускай доходят. Хилов, хилов. Три. Ну, народ, спорь. Все, последний мох остался. Каст. Тяните его. Он забанен, не можно. Ух, вы, конечно, и гоните. Блядь. Вот это хуёво. Угу. Пиздец. А у него разжигание не спадает, да, я так понимаю? Нет, не спадает. Нет, на 50% шотает танка, без вариантов. Уже узнал все гильдии, которые сюда... Слушайте, мне что-то кажется, по-моему, они не должны из каждых луж вылезать после первого призыва. Ух, как-то я вот сейчас подсчитал, их обязано быть больше 50%. Что-то знаешь? Типа, вот сколько там, три раза, да, выходили мобы, получается? Два. Было все равно 19 стаков, и всех элементарий. Сколько урон увеличен у босса? Урон не увеличивается, процент от одного стака. Скорость бега и скорость атаки. Первый раз их вылезло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. 10, потом должно вылезать 15. Поднимите еще раз. То есть если их одновременно все-таки сводить, то тогда как-то считывается за один каст? Там практически все время они появляются. То есть, типа, мы вот только первую пачку докормим, уже вторая будет вылезать по-любому. Между второй и третьей тоже. И сколько мы сняли босса? 30% босса осталось. Вопрос такой, когда моб доходит до босса и от босса происходит взрыв, радиус взрыва известен, он на всю комнату или сколько-то? Да. Есть? Две, да, все комнаты. На всю комнату. На всю комнату. Блять. За столько трайв уже это можно было понять, даже самому протестить. Просто отойти подальше. Если все будут контролить, то даже не знаю, стоит и троить. Где Миша? Вообще, один фростмаг в соло может законтролить всю эту пачку. Одних кольцов, второе... По сути. Замедлит их достаточно. Чем вам поможет контроль всей пачки? Она дойдет на 5 секунд позже, но дойдет также на... Там не надо, да. Там контролятся все, но ДКшки будут просто притягивать к боссу. Они будут взрываться там по одному стаку наклада. Откат. Притяжки у ДК 20 секунд, да? То бишь... Работает, когда во льду и корня. 3 моба за 1 минуту. Не, смотри, можно как контролировать взрыв мобов. 10 секунд. Мобы замедлены, правильно? Ты можешь босса либо вести, либо держать на месте. Если ты его держишь на месте, мобы доходят. Ты 2 взорвал. Надо тебе, чтобы КД прошло, типа на боссе, ты повел босса. Смотришь, КД, ну, скинули с него эти стаки, остановил, еще 2 взорвал. Или 3. Почему мы не можем вложить первый каст в одну точку и второй каст в другую точку, чтобы по 5 взорвалось? А по 5 не ваншотнет? На первом трое не шотнуло. Как думаете, а является ли багом, если они будут подводиться, но при этом все будут убегать вот сюда, например?
Вот мне просто интересно, это считается багом или нет? Потому что я не могу понять, как другие гильдии до 50 стаков доходят, если мы не в состоянии там до 30 даже дотерпеть. Они, кстати, опустили, по-моему, повыше было ограничение. Может быть. Да, повыше было. Нет, типа, лага, понимаешь, Лизерон, когда писал о том, что нельзя, он сказал, что если вот это вот заход сюда блокирует появление элементалей, это считается багом. А про все остальное ни слова не сказал. Фу, это тот же багаюз. Лучше у Гаджета спроси, как он багаюзил. Просто все другие гильдии, они там до 50 стаков доводят вообще. Я вот как послышал, что от Аскелона, что от Синдора, что там еще кто-то из Джоков говорил, из Белой Стаи. Они там до 50 стаков спокойно доводят, а потом упираются в Берсу. Каким образом это можно сделать в адекватных ситуациях? Вот мне просто интересно, если они появляются очень быстро после этого. Занимаются контролем постоянным, и у них на это уходит весь ДПС. То есть я тоже, мне не нравится идея о том, что нужно контролить мобов, потому что у нас теряется... До 70% снимаете, успевают боссу. Ну, так есть... Мы в 23 тела перевели босса до Берсы. Ну, и вы. За 2 минуты, по-моему, даже до Берсы. ДПС, если чисто стоять бить босса, будет куда больше, чем контроль. Ну так, а если стоять бить босса, мобы-то взорвут, рейд и все. Если их пачками хотя бы 3-4 человек, чтобы занимали. Так, чтобы эту пачку взорвать, нужен деф на рейд какой-то. Очень сильный, причем. Ну, посчитай. Да, вот здесь сколько стаков на боссе было? Порядка 20, да? Смотри, сколько 17. Там таймера? Мне интересно, сколько таймера до этого? Да. Я могу тебе сейчас сказать, я запишу. А как я слышал, по старым цифрам выходило в сумме 300 элементалей до Берсы. Это инфа, Джок. Какой тебе таймер нужен? Да, таймер какой тебе нужен? Таймер от появления мобов. Как до появления мобов. И до того, как появится следующая ложа. 60 секунд. А, от появления мобов до появления мобов 60 секунд. Нет, до луж. Мне не до мобов. До луж. Ну, получается, если мобы раз в 25 секунд, ну, вот это лужи он кидает. Короче, между лужами 25 секунд плюс 5 секунд коста, то есть раз в 30 секунд лужи появляются. Так, сейчас, короче, тогда пробуем следующим образом. Я вот сейчас сижу, правлю ДБМ параллельно, пока там тактики выдумываете. Смотрите, делаем все то же самое, да? Когда мобы дальних мобов можете законтролить, дальних мобов, там 2, 3, 4, ладно, 5 мобов можете законтролить дальних, даже 4. Вот, все остальные, вообще весь рейд сбегается под босса, Я даю массакру, этот, а ты даешь массакру, Кават, и адмирал ставишь купол. Угу. Хочешь 10 взорвать? Плюс этот, вага, даешь мастер ауру на огонь. Могу 4-4 лететь еще на танк. Вот, и посмотрим, типа, если 6 мобов взорвутся и при всех этих сейвах, посмотрим, какой урон пройдет по рейду. В принципе, сколько у тебя купа поглощает? 25%. 25%. Дальше мастера аур. Плюс этот. Как его, блять? Плюс 2 марцакры. Плюс твоя лужа ДК. То есть, в принципе, там выйдет где-то 60-70% урона уменьшения. Но опять же, меня с Каватом будет больно бить. Поэтому босс должен быть на те. В этот нюанс. Еще. Пожалуйста, потому что под мастер. Я просто можем... третьим буду, все. Так. Просто босса на себя заберешь, когда мобы будут идти. И поедем. Все, давайте. Вот. Проверку. Тогда просто станьте первыми, а я третьим. И все. Кроват, забирай первым, я вторым. Он тогда третьим.
Так, коником